Это Химки. За поворотом на Шереметьево, я думаю, будет посвободнее. Во-первых, там уже начнется скоростная дорога. Часть автомобиля идет туда. Но я выбираю Государеву дорогу. Обычно говорят, платная и бесплатная. Платная — это скоростная магистраль. И бесплатная Государева дорога. Но я бы не сказал, что Государева дорога бесплатная. Все дороги платные. Бесплатная только тропинки в лесу, да козьи тропы в горах. А дороги, что скоростные, что не скоростные, они все платные. Одни на налоги автомобилистов, дорожный налог, а другие частные инвестиции. Качество скоростных магистралей и государственных дорог одинаковое. И там, и там неоднократно наблюдал колейность. Во-первых, строят одни и те же люди. А во-вторых, тут называют две причины. Одни говорят, что из-за шипованной резины изнашивается полотно. Другие говорят, из-за перегруза дальнобойщиков.
судить не берусь. По статистике процентов 70-80. Что ж ты делаешь, таксор? Москва пробка, видите, встречная полоса. Из-за перегруз по официальной статистике в интернете можете найти, составляет 70 примерно процентов. То есть 70% больших грузов, 70% фур, они перегружены. Естественно, на такой вес полотно не рассчитано. Поэтому происходит просадка полотна дорожного. Послушаем эфир. Что говорят дальнобойщики? Ничего не говорят. Кстати, по радио довольно-таки часто слышно, как дальнобойщики консультируются у своих коллег, как объехать пункты весового контроля, чтобы не платить за перегруз. Да, пробка в Москву нехилая. Не пробка, а затрудненное движение. Пробки тогда стоят. Здесь, по-моему, сейчас поворот будет на Шереметьево. Да. Когда-то давно я работал в этом районе. Вот каждый день ездил
через всю Москву, вот, поворот на Шереметьево. Там была свободная экономическая зона, Шерезон, там была фирма. И вот каждый день туда 40 километров, назад 40 километров, в дороге на работу, ну сейчас попроще стало, но раньше 1,5-2 часа, и с работы 3-4 часа. Вот 5-6 часов занимала дорога. Чем-то дальнобойщики бормочут. Подстроил немножко радиостанцию, заглубил настройки. Здесь движение посвободнее. Часть потока забрала Шереметьево.
хор, они обочечники. Я отношусь к этому спокойно. Кто-то пытается их воспитывать, учить. Я имею в виду дальнобойщиков, которые перекрывают обочину. Ну, тем самым сами нарушают, потому что частично едут по обочине. Спешить некуда. Для меня самое главное сделать качественное видео. Съемку буду вести только в светлое время суток. По крайней мере, буду стараться снимать только в светлое время. Рассчитываю время в пути 8-10 часов. Ну а потом, независимо от освещенности, останавливаться на привал, на ночевку. Вырвались из Москвы, из области еще нет. Но движение уже гораздо спокойнее. Имеется в виду, нет загруженности.
хорошая функция круиз-контроля. Буду стараться двигаться в самом оптимальном режиме. То есть где-то 85, может быть 90. Самый экономичный расход бензина. Если будет получаться проехать за день 600-700 километров, я буду считать это нормальным. Мотоциклисты, блин, выныривают из подмышки, напрягают.
что такое? А, поворот, что ли? Так, включил радар-детектор. Теперь будет орать на все излучения. Приближаемся к излучателю, где что. На светофор реагирует, что ли, и на камеру. Да, неба много, блин. Если сделать небо поменьше, я говорю, будет как рыбий глаз растянут левый и правый края. И сейчас растянуты, но там вообще. Я говорю, как рыбий глаз, мне не нравится такое. Навигатор показывает 60 км в час ограничения, дорожный знак 90 для легковых. Полотно дороги хорошее здесь. Ремонт постоянно. Следят за дорогой. Надо бросать курить, блин. Ну, он радар-детектор реагирует и на заправки, на магазины, где автоматическое открывание дверей. Я слышу, а ты меня? Ну,
Чувствуем тебя, отлично слышу. Благодарю. Удачки, браток. Хорошая функция на светофоре, то, что время отсчитывает.
вот сверху сейчас пройдет скоростная, или говорят еще платная магистраль, там до 130 километров разрешенная скорость. Но мы сейчас движемся по государевой дороге, условно бесплатная. Полотно вполне приличное, скорость разрешенная до 90, приближаемся к излучателю, об этом свидетельствует писк радар-детектора. Период уменьшился, значит, проехали уже. Почему я выбираю государевы дороги? Во-первых, по качеству они не уступают скоростным магистралям. Скоростной режим меня вполне устраивает, самый экономичный. Ну и немаловажный фактор – инфраструктура, вот проезжающие заселенные пункты, какие-то магазины там. Дорожная торговля и так далее. Более живописное место, нежели скоростная. Там проезжаешь, по ней двигаешься, и слева, и справа пустота, ни деревьев, нифига нет. Сдерживают немного светофоры. Уже там случилось что. Но движение достаточно интенсивное. Конечно, каждый выбирает сам, по какой дороге двигаться, по скоростной или по обычной. Ну, по скоростной двигаются люди, для кого время – деньги. А я предпочитаю движение жизни. Вот смотреть налево-направо, магазины, рыбаки гораздо приятнее. Какие-то дома, поселки. Солнечногорск,
1938 год образования. Реагирует на камеру, на скорость. Ограничение 60. Это уже город. Что-то надо было бы заехать. Детский мир, магазин купить ленточки. Так что для кого время деньги, для кого время жизнь. Можно было вот здесь, но уже поздно. Магазины.
А еще закрыты магазины. Рано еще. Это Солнечногорск. Двигаясь по скоростной магистрали, вы его не увидите. Закрыто еще с 10 до 20. Вот радар бьет в лоб. Что такое? Солнечногорск. Время местное 8 часов. Все магазины еще закрыты. Проехали Солнечногорск. В большие города заезжать не буду, потому что ничего о них рассказать не смогу. Кому интересно, те, конечно, могут в интернете найти очень хорошее видео.
Да, отвык я от руля. Вот радар-детектор постоянно пищит. Это говорит о том, что дорога под постоянным наблюдением, контролем. Вот прекратил. Так вот, заезжать в города не буду, потому что найти в интернете можно много видео с хорошими комментариями автора, который расскажет о достопримечательностях. А я еще могу сказать, в Википедию залазить. Поэтому большие города буду объезжать. Объезжать по обводным, объездным, обходным. Ограничение 70. Ограничение 90. Это показывает Яндекс.Навигатор. Там такое. На пустом месте.